Приехала в больницу комиссия. Ходят они, значит, по больнице вместе с заведующим, ну и заходят в одну из палат. Заходят и наблюдают такую картину. Медсестра больному делает в рот туда-сюда вот это. Комиссия вообще в шоке. Это что творится? Что за бардак здесь происходит? А у нас порядок, говорит заведующий. У больного аденома. Идет массаж простаты, динамика положительная. Хорошо, идем дальше. Заходит в следующую палату и видит следующую картину. Санитар загнул больного в позу и со стервенением имеет его. Комиссия вообще выпала в осадок. Да вас, говорит, всех уволят. Это что за бардак здесь творится? А у нас порядок, говорит заведующий. У больного аденома. Идет массаж простаты, динамика положительная. А почему у людей болезнь одна, а методы разные? Ну, просто первый платно лечится, а второй по страховому полису.